этим ебальником начальник. Вот ты прикинь, вот снимай меня. Прикиньте, нам, вот мы 26 числа здесь находимся, нам, блядь, офицеры врали нахуй в лицо, что мы тероборона. В итоге сейчас вышел подполковник, сказал, что первый раз это слышит. Оказывается, у нас просто стрелковое подразделение, блядь, мы штурмовики. Мы штурмовики, блядь, мы не тероборона. А нас сейчас только этому об этом... Мы автоматы врали, еще блядь, даже не видели. Автоматы не держали, блядь. Автоматы не держали две недели. Вообще, вот сегодня пришли на полигон пометать гранаты, блядь. И то, сказали, гранат нету, нахуй. Не дали даже автобус назад. Мы пешком с полигона, блядь, пришли сюда. 10 километров, блядь. Оттуда пришли сюда, блядь. Да. Как потом с этими офицерами, нахуй, воевать, блядь. Они продадут там же, нахуй, нас на Украине, ебаный. Хуесосы, блядь.